Глава Тувы Шалбан Караул, несмотря на свой плотный график, одним из первых проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Исполнить свой гражданский долг глава республики пришел с супругой в избирательный участок номер 86, расположенный на территории поселка Кахем в Центре культуры имени Салана Базырола. Как признался премьер, выборы для их семьи – день особый. Эти выборы – не исключение. На самом деле, как видите, довольно многолюдно. Это соответствует именно нашим настроениям, нашим традициям. Для нас всегда выборы являлись особенным праздником. Ну, так и должно быть, потому что мы выбираем именно волеизъявлением народа власть. Только народ является источником власти. И у нас есть действительно возможность выбирать человека, который будет нами всеми руководить. От него очень многое зависит. Поэтому и, по всей видимости, вот такое вот многолюдие здесь сегодня. Я этому очень рад. И на самом деле я считаю, что Тува всегда отличалась особой такой явкой. И на этот раз я вижу, так и будет. А как Сибирь, вы думаете, у нас вся Сибирь наша как проголосует? Ну, обычно сибиряки всегда праздником воспринимают выборы. Поэтому я более чем уверен, что Сибирь будет очень единогласно приходить на выборы, голосовать. Многолюдно будет, точно так же, как у нас. Тува тоже является частью Сибири. Сегодня в Туве всего работает 183 избирательных участка, из них 32 в Кызыле. Как передает избирательная комиссия региона, все участки, расположенные на территории республики, открылись вовремя. То есть ровно 8 часов утра и закроются в 8 вечера. Избирателей, проголосовавших на 12.00, составляет 82 542 избирателя. Это по всей республике, что составляет 48,6% от всего.